Из США и Европы кризис добрался и до Китая. Спрос на китайскую продукцию падает. ВВП Народной Республики по-прежнему увеличивается, однако темпы роста второй по величине экономики мира снижаются. Так, показатели прошлого года стали рекордно низкими за последние 13 лет. Решить проблему Пекин пытается многомиллиардными вливаниями в экономику, выделяя средства на развитие инфраструктуры и строительства. Но новый председатель КНР Си Цзиньпин готов к более решительным действиям. Он планирует провести в стране реформы. Во-первых, необходимо переориентировать промышленность с массового производства на изготовление высококачественной продукции. Китай должен стать страной передовых технологий. Во-вторых, необходимо улучшить социальную систему. Особое внимание Пекин планирует уделить сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения. И самое главное, планируется уйти от модели экспортно-ориентированной экономики. Вместо этого КНР возьмет курс на удовлетворение внутреннего потребительского спроса. Пока что он в стране предельно низкий. Ведь из-за отсутствия социальных гарантий люди боятся тратить деньги и предпочитают откладывать их на черный день. Настораживают население и постоянно растущие цены на продукты. Именно поэтому правительство планирует повысить зарплаты. Уже к 2020 году Пекин обещает увеличить их вдвое. Реформы необходимы не только для обеспечения экономического роста, но и для гарантии спокойствия в стране. По прогнозам экспертов, если уровень ВВП Китая опустится ниже 6%, это может привести к социальным конфликтам.